Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как стать настоящим ДТВ рейв. Для начала вам надо зайти в Steam, зайти в свой профиль, нажать «Редактировать профиль» и рядом с вашим ником ставим нижнее подчеркивание и пишем TTV. Нажимаем «Сохранить». Итак, чтобы стать самым настоящим ДТВ рейв, нам что нужно? Правильно, скинчики. Для этого заходим в легенды, ищем нашу рейв и крафтим за металлы вот этот скин, либо вот этот. Объясняю, почему надо их обязательно крафтить. Во-первых, рейв лысая. Можете также купить вот такой реколор. Ну, еще есть реколор такой, реколор на вот этот скин. Для чего же нам нужен скин с лысой рейв? Этот скин внушает страх ваших противников, в него труднее попасть. Данным скином вы оказываете нереальное психологическое давление на вашего соперника и тем самым переигрываете его без шансов. Далее заходим в кастомизацию баннера. Ставим вот этот баннер с демоном таким. Ну, можно, в принципе, любой баннер на рейв. Любой другой, даже с ивентов можно поставить. Немаловажную роль играет поза на баннере. Покупаем именно такую, где рейв крутит свой кунайчик. Либо, если у вас есть деньги, вы донатите на кейсы, получаете осколки и покупаете кунай рейв. Поговорим немного про кунай. Чтобы быть настоящим ДТВ рейв, вы должны максимально часто крутить кунай. Далее, еще одним из главных аспектов является оружие, с которым вы будете играть. Во-первых, это Вингман. Покупайте на Вингман вот такой скин. Либо можно вот такой, но это полное говно, как по мне. Вот этот скин намного лучше. А еще лучше будет, если у вас будет вот такой реколорчик. Дальше, обязательно ванклипы с R99, скин тут неважно какой уже, но желательно реактивный скин из 7 сезона, из боевого пропуска 7 сезона. Ну и одно из самых главных оружий ТТВ рейв является дробовик миротворец с вот таким скином. Обязательно таким, потому что вот этот полное говно. Мы покупаем вот такой. Также не забываем выставить сенсу на максимум, чтобы все залетало. Сейчас покажу вам. А также АДС сенсу тоже на максимум. Сейчас покажу вам, какое это дает преимущество. Итак, вот у нас есть Вингман. Сейчас покажу, как надо профессионально с него стрелять. Можем вот так бегать, мансить от противников ваших. Желательно играть на максимальном DPI. Вот так, видите. Можете стрелять так вот. Никто вас не попадет. Также, чтобы стать настоящим ТТВ рейв, вам нужно освоить технику волджампа и банихопа. Видео есть на моем канале. Гайд по мувменту называется видео. Посмотрев данное видео, вы сразу овладеете техникой банихопа и волджампа. Вот сам волджамп. Ну и последним немаловажным моментом являются эти трекеры на рейв. Если у вас нет этих трекеров, то не расстраивайтесь. В игре появится новый ивент в 12 сезоне, в котором добавят вот эти прекрасные трекеры. После прохождения данного курса молодого бойца ТТВ рейв, соблюдая все пункты, вы обязательно станете настоящим ТТВ рейв. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр видео и пока.